Стрельба в Махачкале на проспекте Акушинского. По предварительной версии, конфликт произошел между односельчанами. Неизвестные на трех машинах перекрыли дорогу 31-летнему мужчине на иномарке. Открыли по нему стрельбу из травматического оружия и скрылись с места происшествия. Пострадавший направлен в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к задержанию подозреваемых в нападении.